Хопсом Гранд Прекрасного, художественного объединения Art Fight Friends. Участницы в это объединение входят 5 художниц, 5 выпускниц архитектурных художеств. И вот одна из них, Оксана Архипова, сегодня присутствует здесь, чтобы провести демонстрационный мастер-класс. Оксана Архипова, будучи молодым смелым гражданином художеств, в то же время является достаточно зрелым художником с определенными профессиональными убеждениями и со своим сложившимся стилем. Объединение Art for Friends связывает между собой художниц не только благодаря тем традициям, которые они смогли унаследовать у преподавателя Академии художеств, но и, наверное, благодаря общему для них всех художническому мировоззрению и устремлению принести в нашу жизнь побольше красоты. И Оксана Архипова, я думаю, сегодня позволит нам прикоснуться немного к этой самой красоте и прикоснуться к таинству создания произведения изобразительного искусства. Я передаю слово. Спасибо. Спасибо большое. Тему натюрморта я выбрала итальянскую, потому что совершенно недавно я была 2,5 месяца в Италии, и меня так впечатлила Италия, я написала этюды, натюрморты тоже, и решила немножечко сохранить того тепла, солнца и света, впечатлений, ну и предоставить и показать его вам. У нас будет такая ситуация немножечко как туристическая, то есть что впечатляет? Это обычно пицца итальянская, маски, путеводители, все это такое у нас будет, как будто мы сейчас отправились с вами в путешествие. Я вас приглашаю вместе со мной, выпьем кофе, отведаем пиццу и посмотрим, что получится у нас на холсте. Точка моего взгляда на натюрморт будет сверху. То есть, если вы обратите внимание, у меня здесь два натюрморта, они написаны тоже вид сверху. Я хотела вам показать, ну, это, наверное, одно из моих любимых видений, как мы смотрим на натюрморт сверху и как предметы выглядят. Все, я думаю, что мы будем с вами.
confessa, amore mio, io non sono più solo l'unico, hai nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col fondo amaro che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna? Ma perché tu non sei più tu? Ma perché non l'hai detto prima? Chi non ama non sarà amato mai. Che ne hai fatto del nostro bene? È diventato un freddo brivido. Le risate, le nostre cene, scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col fondo amaro che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna? Sei più tu, ma perché tu non l'hai detto prima? Chi non ama non sarà amato mai. Quando viene la sera e il ricordo pian piano scompare, la tristezza nel cuore apre un vuoto più grande del mare, più grande del mare. Fatto del nostro amore è diventato.